Я, а я не буду нас ругать за то, что мы ее косметику берем. Ну, может, ты будешь? Ну, ничего страшного. Ну, мы с тобой и красотки. Да, Ксюша? Ну, да. Большой, говоришь? Ну, хорошо, надо подумать. О, давай я ладяном рюкзаке возьмем. Давай. Сейчас мы про нее все узнаем. Прикольненько! Хочешь, я тебе расскажу, в кого она влюбилась? Она любит Диму из параллельного класса. А вот это то, что нужно. Ксюша, а я тут подумала, может, это ее школьные тетради? Может, здесь нельзя рисовать? Да ничего, перепиши! Блин, мне уже надоело рисовать. Давай что-нибудь другое поделаем. Давай. Я знаю. Давай накрасимся. Давай. Я тебе сейчас здесь все покажу. Моя косметика, а с этой стороны Дианина косметика. С этой, значит, брать нельзя. Возьмем. Ага.
Так, что здесь у нас? О, хам-бам! Это я. О! Пиша, хочешь, я тебе накрашу губки? Отличная идея. А Диана не будет нас ругать за то, что мы ее косметику берем? Ну, Маша, ты будешь? Ну, ничего страшного. Я сама себе пишу. Ну, для вас это будет уроком, что чужие вещи.
я. А что, вы больше никогда не будем брать чужие вещи? Ага, 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 ты меня прощаешь. Ребята, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И не забывайте про...